Архитектор Филипп Вильнёв, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Моя беспокойность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут и в результате обрушатся, сказал Вильнёв в эфире телеканала «Франс-2». Он пояснил, что из-за установившейся жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после чего они начнут трескаться и, следовательно, станут менее прочными. Из-за аномально высокой температуры воздуха в Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Ожидается, что через несколько дней они возобновятся. Накануне во французской столице был установлен температурный режим 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал рекордно высоким для Парижа за всю историю наблюдений.